Уважаемые жители Саратова и области, с сегодняшнего дня в регионе введен пропускной режим. Это вынужденная мера, направленная на вашу защиту в период осложнения эпидемиологической обстановки. Напоминаем вам о том, что за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины предусмотрены штрафные санкции. За невыполнение гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, согласно положениям статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Также нормами действующего законодательства предусмотрена административная ответственность за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или при проведении ограничительных мероприятий, а также за невыполнение в установленный срок требования органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Согласно положениям статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, указанные нарушения влекут наложение административного штрафа для граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридических лиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Главное управление МВД России по Саратовской области призывает жителей соблюдать режим действия на территории региона вынужденных ограничений, оставаться дома и не покидать жилище без крайней необходимости. Напоминаем о том, что при выходе из дома необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность и обосновывающие пребывание в общественном месте в период полной самоизоляции.